Всем привет! Сегодня видеообзор, который не поразит вас какими-то глубокими знаниями, но и тем не менее позволит вам рассмотреть комплектацию гидролинии. Она поступает вот в трех таких длинах. Есть возможности. В данном случае перед нами гидролиния длиной 1700 мм. Моделька SMBH90 SBLS. И давайте посмотрим, что же вложили нам в эту волшебную коробочку. Давайте коробочку до конца досмотрим. Она того стоит, потому как сделана, мы видим, не просто корпорация из Японии, но и сделана в Японии. Это приятно. Вот такая коробка. Ну и теперь давайте, сейчас модно делать видеообзоры распаковок. Давайте посмотрим, что же нам положили в нашу упаковочку. Как видите, прямо заводская упаковка. Сейчас мы ее раскроем. Итак, сама гидролиния. К ней тут инструкция идет. Как правило, на всех языках. Давайте посмотрим, что нам в ней пишут. Даже на русском языке есть, это приятно. Итак, особо ценного ничего нет, и тем не менее. Бумажка есть. User's Manual выглядит следующим образом. Опять-таки без какого-либо ценного указания. На сайте Shimano всегда можно посмотреть видеоуроки. Shimano теперь их выпускает специально для веломехаников. Они в общем доступе, поэтому заходите на сайт Shimano, смотрите видеоуроки и пользуйтесь ими. Вот так выглядит гидролиния. Она сделана под оконцеватель, и есть возможность изменения ее длины. И вот такие запчасти идут с нею вместе. Мы сейчас все их с вами подробненько рассмотрим, чтобы ни у кого при монтаже не возникало сомнений, все ли вам положили. Вот такие две желтых направляющих. Их две. Вот такие прокладочки. Их три. Колечки металлические. Вот так они выглядят. Затем вот такая оливочка манюхонькая. Она одна. И вот такие вот крепежные вещи. Винтики все вот так в одном экземпляре, все по одному. Вот этот винтик, как вы видите, такой очень своеобразный, с дырочкой. И вот такое. Итак, вот это все идет в едином комплекте. Сейчас я все это покажу ближе. Это все идет в едином комплекте, который называется гидролиния SMBH90 SBSLS. В данном случае с длиной 1700 мм. Они же есть с длиною 1 метр и с длиною 2 метра. При приобретении такой продукции в интернет-магазине вы всегда можете посмотреть, все ли есть в комплекте. Как правило, упаковка настолько продуманная, что потеряться что-либо не может. Поэтому все в порядке, не волнуйтесь и покупайте в интернет-магазинах продукцию Shimano.